Первая. Говорящая чихуахуа Софи. Ага, попались трусы нашего любимого кролика. Эйвен, иди поиграем. Признавайтесь, где же ваш хозяин? Стоп, а правда, где же мистер кролик? Где же наш мистер кролик? Гадай. Нет, это мои трусы. Это трусы пациента, Софи. Слушай, Эйвен, а где же сам пациент? Куда он мог подеваться? Тебя это не настораживает? Дай маме трусы. Держи, мам. Мне кажется, его кто-то похитил. Мне сейчас лучше сесть. Правда, это его трусы, Софи. Как так, мама? Ладно. Это трусы кролика, Софи. А где же сам кролик? Вот я говорю. Так, давайте хорошенько изучим трусы. Давайте их изучим. Софи, мне кажется, что его похитили. Может, это был тот самый злой тайный поклонник? Нет, Эйвен, это на него не похоже. И кто же? Не знаю. Да, давай понюхаем. Эйвен, смотри. Что? Что ты тут нашел, Эд? Мне было скучно. Ясно, да, скучно. Пошла, чего-нибудь найду еще. Как же мой кокос? Покажи его бонзаю. Ну ладно, попробуем его как-нибудь дотащить. Я думал, ты поможешь. Подожди меня. А где бонзай? Может быть, он тоже что-нибудь ищет? Шензя, как ты думаешь, можно его съесть? Давай попробуем. Ну привет, ребята, чем вы тут занимаетесь? Прика, Эд, как к нам пришел? Сначала тапок, а теперь вы украли кролика у Софи Эйвена. Мамочка двух сопливых деток. Не бойся, мы тебе ничего не сделаем. Может быть, и кролика вы тоже взяли поиграть? Ты брал кролика? Че я не брал? Брали мы никакого кролика. Ну конечно, ладно, вы же все равно не признаетесь. Слушай, детка, ты давай батон не кроши. Иди своих сопливеньких посюсюкай. Пошли, Эд, нечего с ней разговаривать. Ладно. Кокос возьми. Я кокос заберу. Ладно. Да забирай, мне незачем ваш кокос. Мы чужое не берем. Ага, ладно. Эд, ты идешь? Да, иду. Вот какие, значит, именно себе даже взяли, как у гиен из Короля Льва. Нужно что-то сделать, Эйвен. Мы должны сами решить этот вопрос, а не маму посылать. Мы должны найти мистера кролика. Ладно, Софи, хватит ныть, пошли искать. Мистер кролик, мистер кролик, мистер кролик. Мистер кролик, мистер пациент, мистер кролик, где вы? Где вы, где вы? Устроили тут развал дурные гиены. Они просто невоспитанные. Ой, собаки. Кажется... Что, нашел что-то? Нет. Ладно, идем дальше. Где же он? Куда же ты подевался, мистер кролик? Наш любимый пациент, где же ты? Нет, нигде его нет. Софи, иди сюда, я кое-что нашел. Это не мистер кролик, Эйвен. Но это показывает, что они воруют не только наши игрушки, Софи. Смотри, они тут выкопали какую-то яму. Но она пустая, ничего. Нет, идем дальше. Где мистер, же ты, мистер пациент, кролик? Вы где? Где ты, где ты, где он может быть? Где, там где, тоже где, ничего. Где он может быть? Привет, я Эд. Я хотел сказать, что это не я взял мистера кролика. Это был бонзай. Они сидят наверху, на крыльце, вот там вот. Простите меня. Пожалуйста, простите. Да. Даже не знаю, простить его или нет. Ты хуже гиены поступил. Где же искать тебя теперь, мистер кролик? Где теперь думаешь его искать? Ой, дождь. Да в чем тут дождь? Нам все равно на дождь. Нам нужно найти мистера кролика. Что же делать, Софи? Я так зла. 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 Простите, я не сдержалась. Больше не буду. Что? Маленькие сопливые собачки ищут своего безрусого кролика? Но они еще не знают всей правды. Смотри, София, что ты нашел? Да это всего лишь какая-то ракушка. Но тут пахнет мистером кроликом. Эйвен, потому что оглянись вокруг. Нет, что это, Эйвен? Посмотри на это. И тут все пахнет нашим мистером кроликом. Как же так, Эйвен? Кажется, это было. Нет, я не хочу в это верить. Я Но я должен убедиться в этом окончательно. Да, это он, Софи. Нет! Да, Эйвен, это был он. Нет, Софи, я не хочу в это верить. Нет. Но мы должны смириться с этим, Эйвен. Я объявлю им войну. Этим трем гиенам. Они не гиены, Эйвен. Пойдем домой. Нет, их ждет война. Успокойся, брат. Прощай, мистер кролик. Прощай. Эй, бонзай! Выходи, бонзай. Я не бонзай, я Шинзи. Бонзай справа. Бонзай, че хотели сплетки, а? Знаешь... Эйвен, ну скажи что-нибудь. Мы тебя не боимся. Да, не боимся. И ты не своруешь больше ни одной игрушки. Да! А вы что, детки? Хотите, чтобы я спустился? Так, если что, нам есть куда бежать. Эйвен. Ну так что, детки, мне спуститься или пойдете пока живы?
запомни, мы тебя не боимся. Понял? И больше не приходи на наше крыльцо. Молодец, брат. Да, вот так. Хм, я подумаю над вашим предложением. Вот и подумай, пошли, Софи. Пошли. Нечего с ним говорить. Мам, представляешь, эта рыжая тройка украла нашего мистера кролика пациента и порвала его на куски. И мы нашли его останки. Мам, он сказал, что подумает над нашим предложением не воровать больше наши игрушки, потому что я был строг с ним и сказал ему не приходи больше, вот так вот. Да, Эйвен вообще молодец. Софи и Эйвен, на самом деле вы виноваты сами. Как это? Мам, в чем? В том, что оставляете свои игрушки где попало. Но они украли, мам. Но это же вы его там бросили. Да, точно, Софи. Да, Эйвен, вообще-то это правда. Мы сами там его одного бросили. Да, вообще-то. Мы больше так не будем, мам. Ну ладно, мы больше так не будем. Мы будем складывать свои игрушки на место. Да, мы будем складывать свои игрушки на место. А ты пока купишь нам новую игрушку, мам? Нет. Вот теперь и играйте одними трусами. Трусы! Ты серьезно, что ли? Только трусами играть? Ну а что, вы же потеряли мистера кролика. Да, вот и остались мы с трусами. Мам, а какие трусы? Лови, Софи. Держи, мамочка. Молодец, Софи. Ну что ж, подписывайтесь на наш канал. Вступайте в наши группы ВКонтакте и наш Инстаграм. И не раскидывайте свои вещи, соблюдайте порядок. Смотрите наши видео и ставьте пальцы вверх. И вступайте в наше племя Софийцев. И будет вам счастье. Пока-пока. Пока, Софийцы.